Губернаторская елка для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла в Нижегородском цирке. На благотворительное новогоднее представление были приглашены 2000 детей от 5 до 15 лет, которые добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. С наступающим Новым годом юных нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин. Также он принял участие во флешмобе. Очень весело!